очень переживу, конечно. Да. Так, значит, сейчас вы мне будете помогать. Значит, женщины по моему сигналу поют. Ах ты, Боже мой, давайте попробуем. Ах ты, Боже мой. Так, а мужчины по моему сигналу поют. Ой-ой-ой-ой-ой, мужчины. Ой-ой-ой-ой-ой. Замечательно, Володя, я тебя не слышу. Ой-ой-ой-ой-ой. Итак, Юрий Гарин, «Танец старого сундука». Старое пальто из твида в сундуке у бабы Иды. Фельдеперсовые гольфы, девочки. Ах ты, Боже мой! Кофта старенькая, оба многое из гардероба сундука хранит утроба. Мальчики, ой-ой-ой-ой-ой. Этот пыльник из Болони перешел от тети Сони. Эти ветхие штиблеты помнят сталинские дни. Эти бусы и колечки память о родном местечке. Ну а эти вот манжеты перепали от родни. Аккуратно в уголочках нафталин лежит в мешочках, сохраняя все, что было и прошло давным-давно. С этим платье с оторочкой отводила в школу дочку. В этих туфлях сердцу мир, с мужем Мишей шла в кино. Годы в памяти листая, ей тряпье напоминает все события и даты, девочки. Ах ты, Боже мой, кто в каком году родился, кто уехал, кто женился, кто взял в долг и испарился, мальчики. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто в каком году родился, кто уехал, кто женился, кто взял в долг и испарился, мальчики. Ой-ой-ой-ой-ой. По улице крадется, месяц по небу плетется, город тихо засыпает, и свеча в окне дрожит, только бабушке не мется, память в прошлое несется, все тряпье перебирает, вспоминает свою жизнь. Памяти листая, ей тряпье напоминает все события и даты, девочки. Ах ты, Боже мой, кто в каком году родился, кто уехал, кто женился, кто взял в долг и испарился, мальчики. Ой-ой-ой-ой-ой. В каком году родился, кто уехал, кто женился, кто взял в долг и испарился. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну а сейчас мы вспомним замечательное произведение Исаака Бабеля «Одесские рассказы». И в частности, одну из ярких героинь одесских рассказов Бабеля, сестру Бени Крика Двуйру. Значит,
Беня Крик, это, кто не читал одесские рассказы Бабеля, это король молдаванки, ну, по-нашему, главарь мафии. Вот. А сестра у него двойра не очень молодая, не очень красивая, не очень умная, но крайне сексуально озабоченная. Вот. Ну, не может быть у короля вот такой вот распутной сестры. И двойру решают выдать замуж. А, значит, находится жених, Лазарь Боярский. А, ну, двойре, в общем-то, все равно, лишь бы был рядом мужчина. Вот. А Лазарю тоже, в общем-то, на двойру глубоко плевать. Ему нужно покровительство Бени Крика. И вот мелкий предприниматель Лазарь Боярский едет на собственную свадьбу. Григорий Дикштейн. Мою в петлице, ой, везут мне жениться, а мне хочется учиться, добывать деньгу. К жену прибой костями ляжет, только Бень слово скажет, а я в этот экипаж к себе не могу. Ну-ну-ну, коняшки дорогие, дутые колеса, открытый фаэтон, кошельки мои тугие, будут женщины любые, но рассказывать за это моветон. С рыжим зубом это люба, вся как норковая шуба, весит мало, стоит много, но была моей. Щучка высится плюмажем, пахнет морем, пахнет пляжем, а я мимо в экипаже и ни слова ей. Но-но-но-но, но-но, коняшки шибче ходок, дутые колеса, открытый фаэтон. Где мы взяли эту моду продавать свою свободу и рассказывать за это моветон? Шо ж я мчуся, отшлюся в нашем вкусе, в вашем вкусе. Ой, боюсь, шо укусит плавильных краей. Грудь в лиловом трикотаже, вся на стрёме, вся на страже. А я мимо в экипаже, и ни слова, и на-на-на-на. Но-но, конечно, дорогие, дутые колёса, открытый фаэтон. Кошельки мои тугие, будут женщины любые, но рассказывать за это моветон. Моя невеста в белом, шнобель словно парабеллу, грудька шелка и не жалко сажи для бровей, свадьба вся в ажиотаже, под столом урядник даже, а я мимо в экипаже и не слоем щек, не гони лошади, конечно, дорогие. Дутые колеса, открытый фаэтон, кошельки мои тугие, будут женщины любые, но рассказывать за это моветон. Кошельки мои тугие, будут женщины любые, но рассказывать за это моветон. И вот свадьба. И сейчас будет дуэт двойры и Боярского на свадьбе, автор Борис Бляхман, который уже упоминался. Закончу разногласия, влезу в свадебное платье, заключу его в объятия, чтоб полился сок. Ну, ходи, родной, до меня, не то в позу встанет Беня. Но не бить кровавой сцене, так ли, мой дружок? Нас ждут уже сады Семирамиды. Папаша Крик, кончайте торжество! Господа, мне не делайте обиды, а то я вспомню таки кровное родство. А ну, супруг, сигай под одеяло, да только там сама ты не пропади. Ой, жизни много, а терпения мало, но я согрею этот сорос на груди. Ой, боярин мой, ой, Лазарь, ты моя ночная ваза. Шмендик, вискочка, шлемазу, ну-ка делай ночь. Хоть и маленького чина, есть задатки, что мужчина, но не выдержит, а сына будет нянчить дочь. Нас ждут
уже сады Семирамиды. Папаша, крик, кончайте торжество, и, господа, мне не делайте обиды, не то я вспомню за известное родство. А ну, сопрёк, сигай под одеяло, да только там сама ты не пропади. Ой, жизни много, а терпения мало. Но я согреюсь у счастья на груди. И я закончу разногласия, тетя Петя, тетя Хаса, двое ли косы расплетаются, буду жить семьей. Вы бандитское отродье, удавиться вам по водьях. У меня душа выходит. Так, может, на покой? Нас ждут уже сады Семирамиды. Папаша, крик, кончайте торжество, и, господа, меня не делайте обиды, но я вспомню таки кровное родство. И я уже лечу под одеяло, да только там сама ты не пропади. Ой, жизни много, а терпения мало. Но я согреюсь у счастья на груди.